Дорогие друзья, я приглашаю вас на наши фестивали, которые мы организуем этим летом. Сейчас непростое время. Это время, когда непросто решать какие-то задачи, которые жизнь ставит. И вот поэтому мы организуем фестивали, чтобы каждый из вас, приезжая на этот фестиваль, ну, во-первых, разгрузился, отдохнул очень хорошо, переключился на что-то иное. Это всегда живописные места, природа, отдых, чтобы напитаться такой живой какой-то энергией. Второе — это единомышленники, друзья, отношения. Напитывают очень сильные отношения. На этих фестивалях будет много разных людей, где вы можете и знакомиться, и общаться, и укреплять свои связи, и приехать с друзьями, знакомыми, с родственниками. Вы знаете, когда мы с семьей выезжаем в какое-то такое пространство творческое, дружеское, доброе, любящее, наши связи друг с другом очень сильно оживают, укрепляются, они как бы обновляются, очищаются от чего-то на основу. Мы в том числе делаем детские программы наших фестивалей, приезжайте с детьми. Но и знаете, что я еще хочу сказать? Сейчас время, когда очень нужны знания каждому человеку, какие-то навыки, знания, как работать с собой, как преодолевать какие-то трудности, как сохранять этот внутренний стержень, как держаться своих ценностей, как уметь восстанавливать себя, преодолевать стресс, как продолжать заниматься любимым делом, несмотря ни на что. Жизнь продолжается. Давайте продолжать учиться жить. Поэтому на фестивалях у нас будут также разные обучающие программы, где вы сможете учиться, осваивать какие-то очень важные навыки. Вот это все наши фестивали. И отдых, и знакомство, и обучение, и какие-то новые впечатления, которые просто переключают на что-то другое. Они проходят у нас в разных регионах. Посмотрите по ссылочкам, пройдите. Выберите то место, которое вам интересно. Может быть, это будет Алтай. Может быть, это под Санкт-Петербургом. Или под Череповцом. Выбирайте, приезжайте. Давайте продолжать жить. Давайте раскрывать энергию творчества, силы, вдохновения. Давайте будем вместе. В особенности сейчас, в это непростое время, это очень важно.